первое, наверное, основное, то, что вопросами планирования, конечно, нужно заниматься с учетом полномерной реализации тех договоренностей, которые нами уже достигнуты. Отдельные стороны, члены Президиума делового совета, поднимают вопрос, конечно, и о достаточности полномочий комиссии, потому что многие из предусмотренных планов, которые были зафиксированы в документе стратегии в нашей 2025 в плане по ее реализации, они все-таки требуют определенных дополнительных решений институциональных в плане увеличения полномочий комиссии. Разумеется, это требует дополнительного согласования, естественно, со сторонами и определения необходимого объема. Но чтобы исключать или минимизировать, по крайней мере, возможные ручные режимы для решения по проблемам, по отдельным кейсам, по отдельным проблемам, это понимание бесспорно есть. Что касается перспективных отраслей и направлений, то компании, которые уже участвовали в соответствующих опросах, они во многом традиционны. Помимо вот упомянутого полномасштабного претворения в жизнь стратегии 2025, они предлагают более глубоко сотрудничать, собственно, в традиционных сферах, связанных с устранением барьеров на внутренних рынках и в отношениях с третьими странами. В плане таможенного регулирования, собственно, ряд отдельных решений. И, естественно, конечно, перспективная повестка евразийской экономической интеграции связана и с транспортом, и инфраструктурой, и с логистикой. Процедурные вещи, связанные с практически всем мандатом Евразийского экономического союза и сферой компетенции комиссии. В общем, компании и наши деловые объединения, участники делового совета, очень активно работают на этом направлении. Разумеется, естественно, любое согласование позиции, оно требует серьезной совместной работы. Никогда не бывает такого, что можно сразу скажем так, без каких-то значительных усилий найти общее решение, но так как мы с коллегами взаимодействуем не первый год, понимаем интересы друг друга и готовы к преодолению возможных каких-то разногласий, мы, соответственно, прилагаем и будем прилагать все усилия, чтобы бизнес, как и вчера обсуждали на одной из наших сессий, выступал и укреплял свои позиции как драйвера евразийской экономической интеграции.